Добрий вечір, в ефірі 35-го телевізійного каналу. Як завжди у цей час, програма «Добрий вечір». У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. Сьогодні це Олександр Сергійович Іванов, військовий комісар Миколаївського обласного військового комісаріату. Добрий вечір. Добрий вечір. Итак, Олександр Сергійович, ну, собственно, новость, можна сказати, уже розтиражированная, многократно. Новость о том, что с этой осени прекращается призыв, именно вот такой формулировки мы слышим, прекращается призыв, взыв на срочную службу в Вооруженные силы Украины. И так в просторечии мы все слышим, ну все, вот этот призыв последний. Не знаю, так ли говорят военные, но так говорят вот то, что называется мы, рядовые обыватели. Правильно ли мы понимаем то, что происходит с комплектованием Вооруженных сил Украины? То, что вы сказали совершенно правильно. Вооруженные силы Украины приостанавливают призыв на срочную воинскую службу. Этот призыв осень 2013 года будет крайний призыв Вооруженные силы Украины. Но процесс комплектования вооруженных сил, он становится только контрактным. Но у нас еще есть и другие воинские формирования, как внутренние войска Министерства внутренних дел Украины, Государственная служба транспорта. И эти структуры, они призыв на срочную воинскую службу не прекращают, он будет продолжаться и далее. Для информации я скажу, что на сегодняшний день при полномасштабном призыве, осеннем призыве, мы порядка 37% только призываем на срочную воинскую службу Вооруженные силы Украины. Все остальные идут в другие воинские формирования. То есть больше 60% на самом деле и так уже сегодня призывается. Мы же как говорим, идет в армию. И в нашем понимании хоть внутренние войска, хоть в соляные прыгать с парашютом, это все, человек идет в армию. Да, абсолютно верно. Он проходит через призывную комиссию, он проходит ту же процедуру, которую и те, которые проходят, идут служить в Вооруженные силы Украины. Поэтому для призывника, который находится на учете как призывник, для него изменилось только, поменялось место, где он может проходить срочную воинскую службу. Уменьшилось количество людей, которые будут призываться на срочную воинскую службу. Но в общем, в принципе, сказать, что вообще у нас не будут работать призывные комиссии, не будет срочной воинской службы, пока нельзя. А законодатель нам определил, вот для вышеназванных, скажем, родов воинских формирований, эта форма комплектования, призыв на срочную службу, как долго она еще будет сохраняться? Например, для внутренних войск, мы знаем? Пока не определено. Нет, пока не определено. Называются такие даты, как 2017 год. Но это пока еще не законодательно. Пока просто это порядок. Возможно, они сократятся. Возможно, в 2015 году мы перейдем на полное комплектование контрактниками. Я пока не готов сказать по этому. Хорошо. Как идет призыв осени 2013 года? Вы знаете, как ни странно или к счастью, это может быть сказать, идет достаточно неплохо. Подготовка к призыву прошла в полном объеме. Люди, которые подлежат призыву, были вызваны на призывные комиссии, прошли эти медицинские комиссии. С 1 октября начнут проходить призывные комиссии. Уже сегодня проходят комиссии контрольные на областном сборном пункте и предварительно предназначаются войска и команды. Комплектование идет в полном объеме. Желающих достаточно людей, которые хотят пройти срочную воинскую службу. То есть какое количество молодых людей в этом году из Николаевской области пойдет служить? Всего пойдет служить 450 человек. Это небольшая цифра, но я скажу для сравнения, в прошлом призыве пошло 500 человек. То есть это не очень большое, не масштабное сокращение. Всего лишь 50 человек меньше мы в этом призыве отправляем. И я так понимаю, что на самом деле вот из того, что вы говорите, то есть даже желающих, наверное, больше, чем вот нужно отправить на самом деле войска. Но мы же понимаем, люди, может быть, молодые люди там в будущем планируют связать свою там жизнь, например, со службой в органах внутренних дел. Да, конечно. Или там с прокуратурой, конечно, или там с СБУ. Это большой стимул пойти служить в Вооруженные силы Украины и другие воинские формирования, как мы уже говорим, не забывая о них. Желающих много. Мы, к сожалению, не всех можем отправить. Есть разные критерии отбора. Есть состояние здоровья, есть морально-деловые качества. Есть, ну, просто, скажем, в комплексе состояние этого призывника, этого юноши, этого человека, который, ну, один, скажем, может служить, нести службу, а другой по своим именно качествам не может. Для этого существует призывная комиссия, для этого они работают, для этого работают психологи, врачи. Вот. И лучших из тех, которых мы можем отправить, мы, конечно же, выбираем, отправляем служить войска. А много вот по медицинским показателям выбраковывается тех, кто хочет служить? Есть такой вот процент соотношения? Именно тех, кто хочет, я не готов вам сказать, такой критерий оценки, скажем, нет. Я вам скажу в общем, сколько у нас вот за прошлый, к примеру, призыв, который прошел весна 2013 года, у нас более 1000 человек были признаны негодными к воинской службе.
из порядка 12, которые вызываются для прохождения медицинской комиссии, из них проходят медицинскую комиссию тем, которым нужно ее пройти, порядка 9 тысяч. Вот, скажем, из 9 тысяч людей более 1000 становятся негодными к воинской службе. То есть это больше 10%. Это достаточно высокий показатель, к сожалению. При том, что есть такое большое количество желающих, относительно тех, скажем так, мест, которые нужно заполнить, сохраняется ли, учитывая вот эти законодательные изменения по комплектованию вооруженных сил, сохраняется ли уголовная ответственность за неявку и так дальше? Конечно. За уклонение от призыва на срочную воинскую службу существует статья Уголовного кодекса, которая работает. Однозначно, есть наказание, есть административные виды наказания, есть уголовное наказание. Конечно. То есть и все это и продолжает действовать, конечно. Несмотря на все задекларированные. Ну, конечно. Никто не освобождал призывника от явки на призывную комиссию, как минимум. После того, как он явится на призывную комиссию, проходят определенные действия. Проходит медицинская комиссия, проходит его изучение. У него могут быть всевозможные критерии, по которым он не пойдет служить вооруженные силы, но они должны быть законодательно оформлены согласно законодательству, так прямо скажем, призывной комиссии, решением призывной комиссии. И только тогда человек может не идти служить, когда у него есть полные основания. Эти основания он предоставил. Хорошо. Ну и я так теперь понимаю, что вооруженные силы у нас уже, собственно, в ближайшее время будут полностью комплектоваться за счет военнослужащих-контрактников. Что у нас с контрактниками? Идет ли навстречу им государство, создает ли для них какие-то дополнительные стимулы идти служить. Ну и, соответственно, как вот, например, николаевцы идут служить по контракту, знают ли они о тех возможностях, которые открывает такая служба? Я думаю, знают, потому что военные комиссариаты, воинские части достаточно давно работают в этом направлении. Программа перехода на комплектование военнослужащими по контракту была изначально принята еще в 2002 году. Мы уже более 10 лет работаем в этом направлении. Я думаю, не секрет для потенциальных военнослужащих по контракту, не секрет, что такая возможность есть, что эту службу можно, срочную службу можно заменить службой по контракту и так далее. Но на сегодняшний день принята государственная программа реформирования вооруженных сил до 2017 года, в которой четко прописано о том, что мы переходим на комплектование военнослужащими по контракту. Для этого нашим правительством созданы определенные условия. Во-первых, это повышение денежного довольствия. На сегодняшний день у нас денежное довольствие повышено в военно-морских силах Украины, в частях специального назначения в два раза. А мы об этом уже говорили с вами, они получают эту двойную зарплату, достаточно неплохую. Человек, который приходит на службу, не имея опыта работы, не имея определенного образования, он сразу начинает получать от 3000 гривен и выше, именно в этих воинских частях. Все остальные воинские части, поэтапно им будет повышено это денежное довольствие, на сегодняшний день оно повышено на 40%. До 1 июля следующего года оно будет повышено до 100%, как и в выше названных воинских частях. Поэтому я считаю, это неплохой стимул, достаточно приличное денежное содержание. Плюс к этому военнослужащий по контракту гарантированно обеспечен за счет государства питанием, обед, если он находится в пункте постоянной дислокации. И если же он работает, служит на полигоне, значит ему полностью комплексное питание обеспечено за счет государства. Далее ему предоставляется возможность получить жилье. Либо это казарменное помещение, если он не имеет семьи, либо это общежитие семейное, или же квартира, конечно, их не хватает для всех, то в любом случае человек имеет право стать на очередь и получить, в конце концов, какое-то время получить постоянное жилье для того, чтобы его семья жила в нормальных человеческих условиях, скажем так. Тут ведь на самом деле серьезный нюанс. Государство только декларирует все то, о чем вы говорите, или реально люди получают эти деньги вовремя, там, без отсрочек, там, без всего. Я почему спрашиваю? Потому что экономическая ситуация, то, что называется, у всех на слуху. Вы знаете, в этом смысле мы, вооруженные силы, стоим в очень хорошей позиции. Мы получаем деньги в срок, и уже достаточно много лет подряд мы получаем день в день. Не бывает задержек в получении денежного довольствия вообще. Если человек выполняет свои функциональные обязанности, если он своевременно премируется, то есть лишить премии можно только за очень серьезное нарушение, то, как правило, все эти люди, все военнослужащие по контракту, а мы скоро все будем военнослужащими по контракту, те, которые служат в вооруженных силах Украины, мы получаем денежное довольствие в полном объеме. Тут еще такой вот момент. Вот то, что мы говорим о службе по контракту, это касается рядового состава и сержантского, насколько я понимаю. Нет, почему? Мы все офицеры, все служат по контракту.
Я вот к чему веду. Собственно, если молодой человек хочет стать офицером, ему военкомат дает направление в специальное учебное? Конечно. Как вот это работает? Это два этапа. Если юноша, молодой человек хочет стать офицером, связать свою службу с службой профессиональной, он подает документы в военкомат. То есть, грубо говоря, ему просто нужно иметь желание. Для этого, не откладывая в долгий ящик, то есть в следующем году, к примеру, начиная там марте-апреле месяце, обратиться в военный комиссариат по месту жительства, и военкомат оформляет документы в то или иное учебное заведение, которое выберет именно этот кандидат для поступления. Он учится... Результаты ЗНО имеют значение? Конечно, однозначно. Как и любое другое высшее учебное заведение, конечно. Но плюс к этому еще люди сдают экзамен по физической подготовке, соответственно, проходят медицинскую комиссию и профессиональный отбор. А предшествование вот этой процедуре службы в вооруженных силах либо внутренних войсках не имеет значения? Не имеет. Молодой, 18 лет исполнилось, готов? Да, даже не 18, в год 17-летия он может поступать, то есть после школы сразу, как и в любое другое учебное заведение. Это один этап, скажем так, стать офицером. Второй этап, если человек служит по контракту, он имеет право, сержант или солдат контрактной службы, имеет право поступить в высшее учебное заведение, и тогда за ним сохраняется денежное довольствие, за ним сохраняется свободное посещение, свободный выход, вот так это понятнее назовем. Вот, он проживает с семьей, если он семейный, там, или отдельно, либо снимает квартиру, либо предоставляет сам общежитие. Вот, и он получает образование и после этого получает офицерское звание. Я вам могу сказать, что порядка 60 человек получили в прошлом году, получили из контрактников, из сержантов, получили первичное офицерское звание. То есть это может быть тоже этап карьеры. Хорошо. Ну, собственно, мы живем в Европе и движемся в Европу, как теперь, собственно, уже так задекларировано. Ну, вот как у меня, не специалиста, складывается впечатление, что в какой-то момент уже ранее Украина начала ориентироваться, ну, скажем, в формировании, в организации вооруженных сил на некие европейские образцы. Мы знаем, что там вот так развита система резервистов. В Украине это как-то развивается? Мы идем тоже по этому пути? Или это может быть какая-то перспектива? Что у нас с этим происходит? Нет, конечно же, мы развиваемся, наши вооруженные силы тут тоже вперед. Мы не то чтобы ориентируемся именно на Запад, именно на опыт НАТО, мы берем лучшее. Мы берем лучшее, стараемся брать лучшее из разных типов организаций вооруженных сил, в том числе и службы в резерве. Да, это наше будущее, это перспектива. Реальная сегодняшняя перспектива, которой мы занимаемся ежедневно. На сегодняшний день у нас две воинские части комплектуются резервистами. Это наша бригада десантная, которая дислоцируется в городе Николаев, и воинская часть, Очаковская военно-морских сил. Они укомплектованы по своему плану резервистами. А как это работает у нас? Что подразумевает? Вот человек-резервист, это что означает? Человек-резервист — это добровольное заключение контракта. То есть любой человек, который достиг 18-летнего возраста, мужчина имеется в виду, до 40-летнего возраста, который имеет состояние здоровья, которое позволяет ему служить, имеет, соответственно, морально-деловые качества, он подготовлен, его воинская часть может отобрать по его желанию, заключить с ним контракт через военный комиссариат. Военные комиссариаты имеют полностью всю информацию, какие контракты можно заключить, какие воинские части имеют ваканты, и тогда любого желающего мы оформляем, оформляется документ, оформляется на него личное дело, и он идет, призывается, это новый вид прохождения воинской службы, служба в воинском резерве. Этот человек обязан проходить ежегодные сборы в этой воинской части по плану командира воинской части, по плану командования вооруженных сил Украины, в том числе и вот, к примеру, с завтрашнего дня начнутся сборы с резервистами во время исследовательского командного штабного учения. Резервист будет иметь возможность получить боевую подготовку, в том числе и планируются реальные прыжки с парашютом. То есть человек в полном объеме может ощутить себя военнослужащим. Какая мотивация у человека? Просто, ну то есть, что должно мотивировать человека попробовать? Почему спрашиваю? Мы же все там помним еще не такое давнее советское время, эти так называемые партизаны, ну, достаточно взрослые люди там с животами в этих неуклюжих шинелях, сапогах, шапках наперекос. И это вот как бы люди повышали свое воинское мастерство, их там периодически, с определенной периодичностью призывали. Это то же самое или что-то другое? Нет, это немножко не так. Где-то, может быть, это перекликается, но
Какие преимущества службы в резерве? Во-первых, человек сам принимает решение, в какой воинской части ему проходить эту службу. Он сам принимает изначально решение, проходить ли ему эту службу или нет. Если он согласен, он выбирает воинскую часть, он выбирает должность, он выбирает, в конце концов, тип вооружения, он выбирает занятие, которое ему ближе по душе. Вот, он заключает контракт именно на прохождение службы в этой должности. За это государство ему гарантирует денежное вознаграждение, ежегодное денежное вознаграждение. Оно в зависимости от его воинского звания, должности, но минимум 1600 гривен в год, к концу года он получает. Вот. Плюс компенсируются его затраты на проезд, выплачивается ему командировочные и компенсируется то денежное довольствие или заработная плата, если он работает, которая средняя ему начисляется на предприятии. Предприятие компенсируется в случае прохождения неких сборов. Однозначно, в случае прохождения сборов по плану воинской части, конечно. Такие сборы вот в течение года, один-два раза в год? Ну, могут быть один, могут быть два раза. По практике один раз в год, вот мы с 2012 года занимаемся комплектованием резервистов, один раз в год по практике пока проходят эти сборы. Николаевцы знают об этой возможности? Они идут служить в то, что называют, вот, в резерв? Вы говорите, что военкоматы... Да, военкоматы занимаются агитацией в полном объеме. То есть в каждом районе военные комиссары участвуют в ярмарках вакансий центров занятости. Они размещают рекламу в средствах массовой информации, в газетах и так далее. Ну и просто в общении с людьми, которые приходят в военный комиссариат, представители военкоматов выезжают на предприятия, организации, учебные заведения. То есть стараемся доносить эту информацию до граждан, которые хотят заключить контракт. Человек, который вот по контракту начинает служить резервистом, он должен обладать какой-то воинской специальностью или может приобрести его в ходе сборов, о которых вы говорите? В идеале, конечно же, этот человек должен обладать специальностью. Но если он не прошел подготовки в процессе срочной службы, либо он хочет получить переподготовку на другую специальность, это допускается во время прохождения этих сборов. Для того сборы и существуют, чтобы дать человеку подготовку определенную. А вот как это еще географически? Вот, скажем, у нас есть известная всем воздушно-десантная часть Соляных. Я допускаю, что какое-то количество молодых людей, которые там отслужили и где-то в Николаеве живут, вот где-то рядом, ну, опять же, могут вот таким вот, служить по контракту в резерве в этой части. А может так быть, что вот николаевцы, например, заинтересовались аналогичной возможностью, отслужившие в военно-морских силах, когда-то заинтересовались возможностью такой, конечно, в Севастополе, например. Конечно. То есть вот географически. Да, есть все... и такие, конечно. Это все на усмотрение кандидата на службу в резерве. Он сам принимает решение, где ему служить. То есть все никаких ограничений в этом плане не существует. Хорошо. Ну что ж, таким образом, может быть, подводя уже итог разговору, я так понимаю, что если молодой человек хочет служить по контракту, либо мужчина хочет служить в резерве, ему нужно обращаться в военкомат по месту жительства. Конечно. И как это работает? Военкомат по месту жительства обращается, пишет заявление, военкомат оформляет личное дело, для этого нужно пройти медицинскую комиссию, собрать некоторые характеризующие документы, и после этого направляют его в воинскую часть. Воинская часть, командир или представитель командования части беседует с этим кандидатом, дает ему, оформляет согласие так называемое, текстуальное. С этим согласием приходит военкомат, и военкомат окончательно дооформляет личное дело и направляет человека на службу. Но призывает на эту службу и оформляет контракт, вернее так сказать, командование воинской части. Александр Сергеевич Иванов, військовий комиссар Миколаївського обласного військового комиссариату, будь нашим гостем та відповідав на наші питання. Дякую, найкращі успіхи вам. До побачення. Все добре.